Эх, что ж такое не работает? Да как его включать-то, ё-моё? Ещё одна новая жертва. Да, игровой автомат, прикольный такой, но почему не работает? Что это? Что это? Полиция, полиция! Ё-моё, я не понял, кто это? Блин, не смог в него вцепиться, не смог. Слышь, ты кто, вор? Уходи из моего дома, уходи, я тебе сказал. Смотрел ли ты Венома, или знаешь, кто это? Если поставил лайк и написал, то приятного просмотра. Ты где? Я тебя сейчас киркой, вот я, ты понял? Иди сюда, пошел отсюда, больше не возвращайся, понял? Что это за тварь была, какая-то очень страшная? Я не понял, что это такое? Слышь? Ты кто? Я симбиот. Какой симбиот? Ты чё? Я веном. Ты чё, инопланетянин, что ли? Я сзади тебя. Как ты сзади меня? Я ближе, чем ты думаешь. Я уже внутри тебя. Да ну да. Так, тебе ничего не поможет. Так. Я сейчас выйду. Получил? У меня тоже есть сосиска, на тебе сосиской по голове. Все, успокойся, а что тебе надо от меня? Я хочу тебя. Че? Мне нужен ты. Не-не-не, я тебе не дам. Дай мне себя. А ну дай мне себя. Отвали от меня, слышь, букашка, ты чё какой-то противный старый. О! Что? Что он делал? Что ты сделал? Это я отрыгнул немного, извини. Нифига себе. Ты чё? Ну что, попался мой троллинг-ловушку? Так, отвали от меня, отвали, я тебе сказал. Я буду тебя сейчас кушать, я тебя вселюсь, и ты будешь таким же, как я, таким же красивым. Давай, короче, это, по-нормальному. Тебе, я понял, жилье нужно, да? Давай я тебя приючу. А, что, так просто, да? Да. Ну, давай. У меня никогда не было друзей. Мне помоги отсюда выбраться. Ну, все, ты выбрался, вот, опа, все. А теперь давай заделай все это. Как? У меня нету ничего, ты чё, это невозможно заделать, ты понимаешь? Вот, а ещё на юбочку одень. Ты чё, обалдел, слышишь? Всё, хорош, давай я тебе экскурсию по дому покажу, понял? Давай, слушай, стой, у меня для тебя подарок есть, смотри, у меня, вот. Смотри, а чё ты такой страшный? Давай, может, тебе какое-нибудь, я не знаю, ведро на голову надень. В смысле, ты... Чё? Я страшный? Это я страшный? Да ты видел у тебя такие зубы? Ну в смысле, а чё? Я как бы не выбирал, каким мне становиться. Я симбиот, я ничего, я вот Какой ты симбиот? Что такое симбиот? Давай рассказывай. Я чё, знаю, что ли? А почему ты тогда говоришь, что им повторяешь, что ты симбиот? Потому что Веном, я симбиот, понимаешь? Симбиот... А ты Веном, да? Ну да, ты чё, не видишь, что ли? Посмотри, я крутой Веном. Да я откуда знаю, что такое Веном? Я телевизор не смотрю, в кино не хожу. Ой, ну ты прошлогодний век вообще, ты этот, я не... Ты чё, слышишь? Вот, ты... вот эту, одень вот эту штуку на голову. Зачем? Ну просто. Вот, так поприкольно. Нет, ты чё, слышишь, у меня моих зубов красивых не видно, ты что? Как так вообще? Фу. Да, а можно я тебя разгляжу? Стой. Нет, нельзя. Я тебе не экспонат, все. Я тебя сейчас съем, понял? Я тебя сейчас сожру. Да, я посмотрю, ну ты хочешь со мной жить или не хочешь? Я не хочу, чтобы ты меня разглядывал, понял? Почему? Потому что я не экспонат, я опасное вещество, которое призвано убивать все и вся, понимаешь? Вот немного я подрасту, и я тебя съем, я тебя сожру, понял? Я тебя съем, понял? У меня смотри, что есть, понял? И что, и как ты меня будешь этим есть? И все. Слушай, а хочешь пооткрывать лаки-блоки? В смысле? Я, короче, вообще, давайте я расскажу историю. Меня как бы... пошли на второй этаж, пока меня разработали секретные лаборатории. Вот, МИП, секретная лаборатория Man in Black, да? И, короче, вот они мне всяких штук, тут, я не знаю, у них тут секретные разработки всякие, вот, например, уши, да? Ну, конечно, уши это я сам откусил, да? Потом... Вот такая секретная разработка есть какая-то, не знаю, вот... О!
А смотри, тебе идет. Что это такое? Это я тебе повесил. Ну и что это значит? Я не знаю, но видишь, тут какой-то черный. Мне не нравится, снимай. У меня ты чё, офигел? Очень стильно, короче. А ну если стильно, повесил. Ну вот, в смысле, какая фигня, вот, а вот это тебе больше нравится, вот. Да, вот это нормально, да. Ну ладно, короче, стой. Нет, смотри, пошли, я вот на самом деле рок-музыкант, видишь, у меня тут гитара есть, у меня есть всякие вот приколюхи, у меня даже автоматы есть. Видишь, ты можешь, короче, себе в любой момент чипсов купить. А как, у меня денег-то нет? Покажи, ты как пойдешь работать, заработай себе много. Покажи, денег, как понял? Нажимать на кнопки, я не могу, нажми на кнопки. В смысле? Вон там циферки, видишь? А, что? Ты ко мне сзади подстраиваешься? На уши. Да в смысле, так это уже мертвый окончание ушей. О, Годик, вот, ты смотри, чё, качаешься? Вот, чё? Вот, да, да, вот тут качалка. Берешь вот так вот, ложишься. Ну-ка ложись. Ох, ё-моё, капец. Не, слышишь, подожди, ты как-то не так ложишься. Вот смотри, как я ложусь. Во, видал, как я лег и как ты ложишься? Как? Ну, вот секрет, я не знаю. Ну, слушай, не, короче, ты какой-то дурак, я пойду другого съем, а то еще заражусь, если тебя съем. А что-то у меня шапка слетела, а? Стой, реально, давай лаки-блок откроем. Подожди. Вот, давай, открывай, я тебе его прям здесь поставлю. Не-не-не, давай мы не будем в доме открывать лаки-блоки. Ну, давай, сейчас вот здесь вот выйдем. Ты что делаешь? Не ломай мне дом. Все, убегай, давай паркур, давай прыгай сюда. Опа! Слушай, ну вот здесь ты не сидёт. Давай я тебя тоже здесь, давай я тебя тоже... Да ты что такое? Вот сюда вот, ты можешь здесь пройти? Нет. Ты как, я не могу, я не могу выбраться. Стой, ты знаешь, вот давай я тебя сделаю симбиотом, ты будешь таким же умным, как я. О! Слушай, давай я тебе половину дам. Вот на тебе половина, и короче, давай. Смотри, у меня какая штука есть, смотри. Слушай, ничего, а у меня вот такая цыпленок меч, смотри, у кого круче, я думаю, у меня. У меня круче, у меня она. Да кого? А у меня она побольше, смотри. На тебе! Видал? На! На! Твоя даже. Подожди, ты что, лаки-блоки не хочешь, да, брать? Я их беру, да, тогда. Давай, 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 лаки-блоки. А-а-а, все. А подожди, там больше. Ну-ка. Оба, все. Ого! Ну-ка. Что тут написано? Это моя проблема, это твоя проблема, понял? Это твоя проблема, у тебя соседи придут, скажут, нифига себе, у тебя тут штуки-дрюки. На проезжей части. Ты где? Ты где? Какой-то кирпич. В смысле? Так это ж не я, это ж твой дом, и я ничего как бы... Так это не мой дом. Пипец, беги! Ты что сделал? Ё-моё! Нет! Капец, ну все это вот теперь это точно твои проблемы. Понял? Не, это не моя проблема, понял? Так это твой дом, это ж не мой дом. Не, не ломай мой дом, слушай, давай отойдем, короче, подальше. Ладно, давай отойдем. Какие-то лаки-блоки бракованные. Вообще мне сказали, да, что может быть такая штука, но это, я понял, я тебе специально... Ой, что такое? О, слушай, хочешь, кстати, плоти приготовить? Симбиот, а Веном, да, как тебя там? Да, я Веном, называй меня хозяин. Вот, новый лаки-блок. Ах ты, чё, это моё всё. Не, не твоё. В смысле, я половину забрал. Посмотри, а чего они открываются? Короче, Веном, я целый день и всю ночь работал, я пошел спать, а ты хочешь поиграть тут на этом, во дворе, да? Куда? Не-не-не, я с тобой буду жить, я с тобой буду спать. В смысле? Ну, спать ты со мной не будешь, понял, в одной кровати? Я тебе покажу, где будешь спать. А, давай, давай, давай. Я его и убью, я его. Так. Короче, ты вот тут будешь спать, вот тут. Чё, здесь? Ты чё, как я буду здесь спать? А какая тебе разница? Ты все равно маленький. И что? Ну-ка, ну, давай сломаем этот лаки-блок. Я уверен, что он очень будет крутой. Ну или на диване будешь спать, понял? Давай на диване. Все, я... Не надо, не ломай этот лаки-блок. Ой, как... Ой, спокойной ночи. Нет, вот тут, вот на диване, вот на этом кресле. Так, просыпайся. А чё произошло? Просыпайся. Ты меня своя пукалка не это, да, и все. Все, слушай, мне надо выспаться. Ах ты! Мне надо выспаться. Так, слушай, я знаешь, тут сплю, я тебе сказал, иди спи. Не, да я тут буду, все нормально, все. На коврик иди спи. Чуть спи на коврик. Не бей меня. Ну, иди в другую комнату спи. Да ты в другую комнату. Я не буду спать, слышишь, в другой комнате. Это так мой не дом. Спи. Ты что, вообще? Я тебя вообще выгоню, ты офигел. Понял? Да хватит меня бить, за что ты меня бьешь?
Все, ну дай мне здесь поспать, пожалуйста, тебе трогать. Я тебе не дам тут спать. Ай, ну все, какой ты мне, как ты меня бесишь, я тебя точно сожру, я сейчас проснусь, тебя сожру. Все, я тебя предупредил. Я тебя сожру, понял? Капец, ты, короче, все. Так, начинаю эволюционировать. Слежи меня. Что? Что это такое? Эволюционировал. Иди сюда. Я сказал, что я буду эволюционировать. Где мои коготочечки? Ну что, девочки, записываемся на ноготочки. Бежим. Иди сюда. А у меня, я сейчас гантели возьму, короче, и по голове его ударю. Я тебя убью. Иди сюда. Размазал. Получай, на. Свежий плоть, еще одна жертва.